Снова здорово, господа. У нас дальнейшее прохождение Ark Survival Mobile. Здесь я не просто так оказался, это вулкан. Сюда я забрался для того, чтобы выполнить квест Teen Air. Я, честно говоря, не знаю, как его выполнять, но предполагаю, что надо забраться на самую высокую точку на карте. Давайте посмотрим. You must begin from a lower point on the island. Так, и что? А, мы должны быть, чтобы начать, мы должны быть на нижней точке. А чтобы выполнить, мы должны быть на верхней точке. Вот так вот это все звучит. Давайте мы тогда сейчас с вами аккуратненько спустимся. Так, сейчас посмотрим, где мы с вами поднимались. Не получается немного наковырять систему, чтобы принять квест уже, собственно говоря, на верхней точке. Так, а если мы спустимся в сам вулкан? Интересно, прокатит это или нет? Нет, не прокатывает. Нам надо все-таки спуститься в самый низ. Ну, давайте. Побежали потихоньку. Вот, кстати, если кто не знал, как на вулкан забраться, можете сразу и дорогу посмотреть. Тут у нас куча железа, обсидиана, различные живки, которые будут пытаться вас сожрать всеми правдами и неправдами. Так, что-то я чутка сам заблудился, ребят. Ну-ка, этого им достаточно? Нет, надо еще ниже спускаться. Ага, да-да-да-да-да. Все. Вот сюда мы бежим с вами. Оп, это Аргентис валяется, мы его не так давно убили. Он на нас сагрился, мы его решили топориком на шашлычок пустить. Так, куда дальше? Куда дальше? Вот сюда, наверное. Так, давай, давай, давай. И что, и куда мы пришли? Короче, что-то мне это все не нравится. Давай, квест, принимайся, сука. Во, вот сюда нам надо. Да, железо тут, конечно, с обсидианом вообще, дай боже. Кстати, не вижу ни одной живки, ни саблезуба, ни кого такого страшного, чего-то тут нет. Только наш сверливый персонаж. Опача, опача, опача. Еще, кстати, интересное наблюдение. Говорю спасибо одному из своих подписчиков, Reaper Play. Если я не ошибаюсь, братан, если ты меня слышишь, поправь, пожалуйста. Вот, чувачок скинул одно интересное видео. В нем есть бионический скин на Раптора. Чувак в видео индонезиец, разговаривает, естественно, тоже на своем языке, индонезийском, наверное. Я, честно даже говоря, не знаю, боюсь ошибиться, как правильно что сказать. Вот. И прикол в том, то, что у него, как оказывается, не бета. Я вообще думал, что это бета, что еще не добавили, но нет. Есть мнение, что это уже финальная версия игры, то есть релиз тот, который у нас у всех сейчас. И что бионический скин на Рекса, он в игре есть, но для этого надо выполнить хреновую тучу условий. И как раз таки сейчас я буду все это дело проверять. Имеется в виду не в этой серии, а вообще в принципе в целом, потому что условия там достаточно адские.
И по результату я обязательно доложусь. Но не рассчитывайте, что это будет сегодня, завтра. Это на самом деле не так быстро. Я думаю, что неделя две. Так, что, нам дали этот квест? Да, отлично, все, побежали обратно. Не повторяйте моих ошибок, ребят. Не залазьте на вулкан раньше, чем вы не примете квест. Сначала ищите подножие, принимаем квест и бежим потихохоньку наверх. Кстати, насчет потихохоньку, шкала у нас пока... А, нет, все, поднимается, отлично. Побежали, побежали. Так, чтобы не заблудиться где-нибудь. Я уже, походу, заблудился. Грёбаная физика. Да, мы пошли немножко неправильным путем. Не по тропинке, не по дорожке. Так, давайте найдем тропинку, чтобы нам всем было проще идти. Вон она. Ну давай, перепрыгни, чертов ты. Вон наша тропиночка. Да, давай, убейся еще. Нормально, жить будем. Жить будем, не помрем. Так, и вот наша тропиночка из железа и обсидиана. Наверное, никогда не устану это повторять. Ну да ладно. Так. Опа, скорпиоша. Нахер тебя. Я сказал нахер. Так, здесь сюда. Еще один. Не котируется. Можно было бы, конечно, их убить. Но при спуске мы прекрасно видели, что здесь, в принципе, только два скорпиона. Поэтому можно и пробежаться напрямую. Так, где подъем? Куда делся подъем? Ага, вот. Да, кстати, у саблезубик появился. А, есть еще один нюанс у этой миссии. Когда я ее пытался пройти на Птере, то мне сказали, что для того, чтобы выполнить миссию, вы должны стоять на ногах. То есть, скорее всего, придется бежать пешком в любом случае. Но можете попробовать обхитрить как-нибудь этот квест. Желаю вам только удачки. А мне интересно, что нам за него дадут. Опа, силушка наша богатырская закончилась. Давайте чутка передохнем. Ух ты ж. Блин, а я думал, вырубит. А, все, вырубил. Полежи пока тут, а я пошел, мне надо квест выполнять. Да, кстати, немножко прорекламирую, ребят. У нас есть сервер свой. Freesun, PVX, Hard, Европа. В описании под видео посмотрите. У нас есть также Discord сервер. Также будет пригласительно оставлено в описании. Добавляемся. У нас там различные ивенты, конкурсы. В эту субботу у нас будут гонки. Гонки на живке. Трассу я отстраиваю. Трасса будет внедорожная, так сказать, с преградами. Я надеюсь, вам понравится. И что у нас еще будет? А, магазин у нас есть на сервере. Там можно купить различные ресурсы, живку. Трансфер на сервере у нас есть. Единственное, есть пару нюансов, что сервер у нас PVX, поэтому вы должны переходить с сервера либо PVX, либо PVP. С PVE, тем более Easy, трансфер мы не делаем. Почему? Объясню. Потому что на PVE, тем более на Easy, очень легко раскачаться. Это не хард и тем более не PVP. Если кому это не нравится и кого бомбит, ребят, официальный трансфер точно на таких же условиях делается. Там можно только с харда на хард, только с PVX на PVX. Поэтому все честно.
Что у нас? Седло на ко... Ох ты, на топижару дали какое седло-то. Ай-яй-яй-яй-яй. И 10 парашютов. Ну, шикарненько. Ладно, no air. Ну, допустим, и что ты от меня хочешь? You mount reach the lowest deep. Ага. Ну, давайте спускаться мы будем на этот раз на парашюте. Ю-ху! А вообще есть у меня подозрение, что они явно имели в виду не спуститься с горы, а the dive, судя по названию миссии, это утонуть, утопиться нахер нам надо. Где наш дом? Наш дом немножко вот там вот. У меня есть скуба, у меня есть акваланг. Надо будет этим воспользоваться. Хорошо летим, кстати, мне нравится. Можно, кстати, этот квест пока отменить. И добраться до дому с помощью консоли. Так будет быстрее. Хоп, ускоряемся. Мы все еще домой летим? Да, все еще домой. Где-то вот там, вот на полуострове. Надо мне дом перестроить. Хочу переехать в секвойи. Скорее всего, на дерево. Либо дождаться обновления, где... будут новые виды платформы. 5 на 5 будет платформа на отвесной скале. Это будет просто шикарно. Подготовлю для вас видео по обновлению, то есть тому, что нас ждет. Прошлое с грифами и выдрой я не сделал. Признаюсь, мой косяк. Смысл в чем? Что там формально-то ничего нового-то и нет. Грифа мы с вами посмотрели. Приручать грифа все точно так же, как и остальных. Вырубаете и томите. Единственный нюанс, что ваш персонаж должен быть 85 уровня и выше. А иначе ваш грифон не будет уважать и он не будет притамливаться. Выдра притамливается, как тот же самый дельфин, ихтиозавр, как в прошлой версии, в прошлой серии мы с вами смотрели. То есть просто за ней плаваете и подкармливаете мясом. Спрыгни, блядь! Чувиха, давай, садись, прыгай. Так, ну а в этом обновлении декабрьском там есть столько всего интересного, ребят. Вам по-любому это понравится, и вы должны быть к нему готовы. Так, давай, 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 быстрей. Грёбаный парашют. Честно скажу, не знаю просто, как его отцепить, потому что я... парашютами нынче не пользовался. Все, отлично, погнали, возьмем скубу. Так, акваланг, 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 акваланг. Падла, где же ты? Только не говори, что тебя еще изготавливать надо. Да, придется изготовить. Что нам не хватает? Так, это есть, кожа закончилась и... так. Давай. Ласты и тебя. Чё, хватит, я надеюсь? Одеваемся. Одеваемся, одеваем. Так, а что у нас с остальным? Так, и чего-то же, по-моему, еще не хватает. А чего нам не хватает? Вроде все есть. Судя по энграммам, у нас все четенько. Вот, кстати, ребята, кому интересна индустриальная дробилка, говорили, что нет ее в игре, тяжело ее найти. Ребята, она есть, требуется 3200 железа, 2000 кристаллов, 800 пасты, 600 нефти и 600 полимера. Давайте мы все-таки это с вами провернем. Железо, паста, полимер, кристаллы, масло, то бишь нефть. Так,
Так. Ага, нам все равно чутка не хватает. Что нам еще не хватает? Ага, железо. Есть. Так, смотрим. А все остальное. Ну, все остальное нам уже известно, да? Давайте мы ее заберем. Индустриальная дробилочка. Если кто не в курсе, что это, я вам сейчас покажу. Давай, шевели ластами. Так, пойдемте в наш цех. Так, это гриль. Так, 5 сек буквально. Сниму маску, потому что ни хрена не видно. И сделаем день. Во! Теперь берем топляж, дерево, камень и закидываем. Смотрите. Закидываем дерево, закидываем камень, закидываем топливо и делаем. То есть мы из дерева можем делать щепу, из камня кремний. Вот для чего нужна индустриальная дробилка. И есть еще один такой прикол. Сейчас мы посмотрим. Вот она, на 64 уровне. Но, ребят, присмотритесь внимательно, она по какой-то причине далеко не у всех открыта. Ее, в принципе, создается такое впечатление, что ее нет в игре. Так, ну все, давайте берем квест. И помчали погружаться на дно морское. Есть у нас, кстати, флиппер, можно воспользоваться его помощью. Давайте мы ему скорости поддобавим, чтобы это было все побыстрее. Что такое? Не понял. Так, я стою на ногах. Онэйр, берем. Ага. Нам получается нельзя пользоваться дельфинами, ребятки. Живкой подводной нам пользоваться нельзя. Печально, ну да ладно. Так, лишь бы манту не встретить. Вот что я больше всего переживаю. Терять-то мне, конечно, нечего, но и заново начинать этот квест неохота. Давай, погружаемся, погружаемся. Надо было, кстати, свистнуть дельфина за собой, чтобы хотя бы всплыть на нем обратно. Ну, что, мы достигнем дня морского? Есть, отлично, все, сваливаем отсюда по-бырому. Так. Что нам интересного дали? Седло на плезиозавра. И пу-пу-пу-пу-пу. Опа. Текаем, хлопцы. Кто на нас напал, просто для интереса? Ёбушек. Поинтересовались и бежим, бежим, бежим отсюда. Это что-то нам так уже неинтересно стало. Ну, по идее, они нас не догонят. Так, все, шикардосики просто. Так, вырубаем, вырубаем, вырубаем. Давайте переоденемся, чтобы нам было проще передвигаться. Все, супер. Дальше, что у нас? Прохант. Ух ты ж. Давайте. Так, это что, опять подводная тварь, что ли? А, нет, это 250 додошек. Блин, жесть, ребят. Слушайте, я это записывать не буду. Я сейчас убью, уничтожу, устрою геноцид додошек. И после этого вернусь к вам.
Ну что, господа мои хорошие, если вы посмотрите в правый верхний угол, вы посмотрите, что у нас практически выполнено задание. Аннигиляция 250 анвизинг додос. Короче, нам надо было забомбить 250 додошек. Скажу честно, день второй у меня уже идет игры. Я запарился просто пипец бегать за этими курицами. Опа, яичко трайка. Надеюсь, трайка рядом нету. Так, и я буду опять же бомбить, если за это дадут вся какую-то хрень. Потому что что-то мне подсказывает. Практика некоторая сложилась, что задания, которые выполняются быстро, за них по какой-то причине лучше идет, нежели те задания, на которые требуется больше, так сказать, человека часов. Так, что у нас? Блин. Где же ты, курочка? Курочка. Так, кто-нибудь видит? Я еще часто в лесу путаю зеленую додошку с кустом. Черную могу с камнем перепутать. То есть у меня уже просто все это воедино такую жижу сливается. И я не понимаю, где додо, где не додо. Плюс запоздалая прорисовочка текстур тоже иногда сказывается. Да блин. Где это грёбаное животное? Оно должно быть прямо перед нами. Пойдем. Так, может где-то под камнем застряло. Ну что, кто видит, ребят? Додошечка, вылазь. Потому что, судя по нашей шкале заполнения, нам осталось-то не так много, может, штучек 5. Ну, не видно. Так, вижу компи. Компи, компи, компи. Так, опять компи. Да что такое? Нахер тебя? О, вот ты где. На, в челюсть. Так, компи насобирали. Нахер. Иди сюда. Хоть какое-то разнообразие. Смотрим. Так. Опа, стоямба, стоямба, стоямба. Нормально. Тут наш волчара. Хоп. Давай, вот это вот заключительное. Вот прям жопа чувствую. Нет. Не повезло. Ладно. Причувствую, мою жопу хреновая. А вот там вот уже будет все-таки заключительное. Давай. Давай, 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 давай. И где ты? Где же она? Ага. Видимо, где-то здесь наверху, да? Додорик. Додо. О, ты моя лапочка. На тебе, сука. Блин. Давай ты в заключительный. Че, нет? Так, ну здесь где-то еще есть. Так. Вот она, вот она, вот она. Хопа! Есть! Ура! 250 додошек. Ну? Ну? Чё, блядь? Ну что, давайте установим все-таки наш трофей. Вот у нас идет пьедестал. Делается он в смите, по-моему, из обсидиана и железа, если я не ошибаюсь. Ну, не помню точно. Хоп. И смотрим. Вот у нас еще одна додошечка. Где-то мамонт, кстати. Так я не могу найти трофей мамонта. За их убийство здесь у нас карна.
Здесь у нас мегалодон, додошка, мамонт должен быть. И все, больше, по-моему, трофеев еще не было. Но мы потом еще найдем пару-тройку. В следующем выпуске что нас ждет? Будем томить галимимуса. Дальше приготовим киблы. И, наверное, сходим в одну из пещер. То есть сначала мы сходим в самую легкую, потом пойдем чуть посложнее и так далее, тому подобное. Ну что, ребятки, большое спасибо, кто посмотрел. Обязательно подписываемся на канал, делимся с друзьями видео, если оно вам понравилось. Всем хорошего настроения и пока.